Давайте обратимся к виновнику нашего видео. Это объектив Seven Artisans с фокусным расстоянием 7,5 мм и светосилой 2,8. Это очень хорошие данные на бумаге. Но нужно смотреть, так ли круто он снимает и хорош ли он за свою цену. Seven Artisans. Вот, я вытягиваю руку. Следующее сиденье от меня на вытянутой руки. Если я поверну камеру к себе, и вот неоспоримый плюс ультравайд широкоугольные линзы, в отличие, допустим, от телезума и любого другого объектива, даже вайд широкоугольного объектива, это сверхширокоугольный, 7,5 мм, видите, какой охват изображения. Этим он и хорош. Технические характеристики объектива Seven Artisans 7,5 мм, светосилой 2,8. Оптическая схема объектива 11 элементов в 9 группах. Фокусное расстояние 7,5 мм. Но нужно учитывать фокусный эквивалент. Для нашей APS-C Sony это примерно 11-12 мм, потому что 4К у нас снимает без кропа. В поездках на улице я часто снимал как раз на полностью закрытой диафрагме, потому что накрутить сюда ND-фильтр нельзя, об этом я расскажу чуть позже. Немножко позавтракали. Кофешоп нам откровенно не понравился. Ну, не знаю, буду говорить за себя. Делали очень долго, очень медленно. Забыли два блюда нам принести для человека, который регулярно питается в Москве. В таких вот заведениях это прям вот не круто. При этом сам я всегда стараюсь делать все вовремя, когда просят, надо сделать. Вот такие вот пироги. Не знаю, я боюсь, что он на меня упадет. Да не упадет. Давай попробуй. Ты попробуй тоже навесом вот так. Да, я попробую. Вот Крис, вот кот. О! Молодец! Я же знал, видишь, грех серый? Пропустил. Я попала, да. Представляешь? А желание какое? Не знаю, я не думала. Как я так не думала, блин? Коту пожелала хорошего дня. Это как, типа... А что, это пожелание? Да. Я думала, пойдем. Просто для прикола. Коту пожелала так радостно в душе. А ты не читал? Здесь у нас есть неснимаемая железная бленда. Вот линза вот так у нас торчит. И крышка. Крышка не накручивается, не прищелкивается, просто одевается сверху. Здесь у нас есть такая мягкая бархоточка, которая со временем истрется, и крышка не будет держаться. Но и сейчас-то не особо. Вот, смотрите, есть место, есть машина, там Серега и Крис. Но Серега не хочет мешать людям, и это правильно. Хорошее дело. Вот у нас платный паркинг. Нет, это зарядка для электрокаров. Казанский собор. Сейчас пройдемся. Давайте перейдем к моим эмоциям и ощущениям. Смотрите, вот наш объектив. Ультраширик позволяет мне захватить картинку на вытянутой руке гораздо больше, нежели зум телевик 18.5. Вот. Отлично видно и собор, и, допустим, мою голову, и окружающие предметы, окружающих людей. Этим и хорош. Данный объектус как раз в помещениях и в закрытых пространствах очень хорош. Ну, естественно, его дисторсия, ее надо править. Но я с этим тоже уже совладал. При правке дисторсии у вас немножко кропается картинка, и ширина угла становится меньше. Ну, за все надо платить. Или же оставляйте бочку и не паритесь. Данный объектив я беру всегда с собой. Он у меня заменяет мою старую экшн-камеру Osmo Action, потому что Сонька с APS-C матрицей и с таким объективом становится похожей на экшн-камеру. Но экшн-камера с такими характеристиками, как Sony A6600, это прям вообще супер. Поэтому вот этот объектив для меня очень хороший, я его люблю. Покупайте, не бойтесь. В принципе, он стоит 7,5 тысяч. С вами был Антон. Ставьте лайки, подписки. Всем пока.